Украшенный рынок по переходу от метро Парк культуры. Последний раз здесь была весной. Ну вот первый раз осенью в этом году. И блошиный рынок, конечно, меньше, чем всегда. Ну, посмотрим все-таки, что же нас, какие раритетные вещи нас здесь ждут. Ну вот, конечно, серебро, колокольчики мои любимые. Кстати, по 700 рублей. Очень люблю валдайские колокольчики, коробочки различные. Ой, ну, в общем, ой, и посуда, которая у меня в детстве. Боже мой, какая прелесть. Сегодня только последний день. Да, сегодня последний день, к сожалению. Да, к сожалению, я тоже считаю, узнала что, к сожалению. Только... И я узнала вот сразу, да. Смотрю, прям прелесть какая. А сколько вот такая стоит? Так, такая 1200. 1200? Да. А что она там? Она что-то прячет. Что-то прячется там. Это да. Шкатулка. Шкатулка, да. Слушай, какая прелесть. Ой, слушайте, какая прелесть. Просто шкатулка. Вообще. Ой, откройте мне, это пожалуйста. Ой, какая чайная прелесть. Не то слово вообще. Еще раз, сколько она? 1200. Ой. А мне вот этот сервиз был, но уже ничего от него не осталось. Может быть, одно блюдце. А сколько... Вот эта копилка. Ой, какая прелесть. Шедевр. Ой, правда. Монеты. Ой, прелесть какая. Деньги. По домоводству есть. Открыточки новогодние. Мои открыточки. Ну, по Ленску я бываю на рынке. Это Москва, которая за Химками. Какая прелесть. Да. Спасибо. Игрушка. Отлично. Спасибо вам большое. Вот это, не знаю, сумочка такая. Сумочка, да. Железная. Металлическая. Плетеная. Плетеная, да, из металла. Серебро даже вот это. Боже. И сколько же это стоит? 25. Ну да, серебро и серебро. О, упало. И столик. Вот так статуэтки. Ой, сказочные статуэтки. До свидания. Слоновая кость, собака, а вот кофейные чашечки. А собака это чья? Дулева, да? А можно посмотреть? Какая собака? Вот это, ой, какие красивые собаки. По 3000. Это нормальная цена. Не, ну я знаю, что нормально. Красота. А вот тарелочки. Спасибо. Извините, а вот эти тарелки сколько стоят? По 1000 рублей. По 1000. А чья эта тарелка? Разные там тарелки. Вот это чья? Франция, кстати. Это французская. Ой. Это непонятно. Made in... Давайте. Непонятно. Ну вот это нам... Ну, очень... Где? Это Бавария, да. Вот видите, Бавария. Ой, а вот это какая красивая. Вот это лямуш. Да? Это лямуш.
А это герб на Гальге, по-моему. Да. Германия. 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 А все по тысяче. Да. Даже не могу собрать. Понятно. А что-то мне... Ой. Я не знаю вообще. Как 2000 стоит. Так, все нравится. Что делает? Останутся вообще без еды. И молочник такой обалденный. А вот здесь тоже такие тарелочки, да? Да, и тут тарелочки. А эти сколько, интересно? Тоже 1000. Тоже по 1000? Да. Угу. Все тоже. Повесить их никак нельзя. Повесить нет. Нет, вот... А есть, знаете, подставы? Да я знаю, Тоже по 1000. С ручечками все. А сюда можно продеть, кстати, ленточки. Да, вот сюда ленточки. Да я знаю. Какая прелесть. Я знаю. Мужчина сейчас хотел. У меня меньше. Такой дома меньше даже. Ой, какой красивый. Извините, а вот этот браслет сколько у вас стоит? Вот этот? Да. 1000, это эмали. 1000. А чье это? Германия. Германия даже? Все оттуда. 2500. А бочка 3. Потрясающе. Вот видел у кого-то в коллекции одну, а здесь целых 3. Действительно, прям группу вот так сделать. Потрясающе. 7000. А вот эта вот красотка в современном платье тоже 7000. Все они по 7000. Если парой, то со скидкой, конечно. Ну, понятно. Обычно по 2 берут. Ну да, потому что это... Разговор. Да, 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 да. Вот именно, что разговор. Вам не говорили, когда в следующий раз будет? Неизвестно, но уже должно быть внутри, потому что здесь не будет. Разумеется, этот рынок, конечно, дешевле, чем на Тишинке. И, честно говоря, он все-таки еще потому, что и на улице находится. Но цены не намного меньше. Ну вот я дошла и до платков. Мы с вами их быстренько вычислим. И, честно говоря, забегая вперед, я здесь купила этот платок, и позже я вам его покажу. Смотрите, какой у меня есть чудесный от Гиля Рош. Это мой собственный платок, который я когда пыталась вытащить, мне муж говорит, нет, отставь его, он тебе идет. Да, симпатичный. Очень красивый. За 7500. А я все время, потрясающе. Я его оставляю, а потом все равно ни разу не мучаю. Значит, это он не ваш. Нет, а мне некуда просто надевать.
А куда надевать эти платки? Я? Нет, я не люблю, когда заляпаны соусом. Вещи я в гости на вот надеваю душу попробую. Мы находимся на территории музея Москвы. Здесь когда-то до революции были провиантские склады. Очень красивая посуда. Если вот такой красивый стол сделать, замечательно. И вот эти неваляшки с детства. А вот и браслеты. Я, честно говоря, должна купить какие-то украшения в стиле бога для своих нарядов. Я здесь все-таки купила винтажные клипсы. Ну, потом вам покажу их. Зунгин. Они почему вот такие здесь? Я все выбираю для себя винтажные украшения. Слава Богу. Она лицо ужасное, мокрое внутри, а там же люди несчастные. Что они делают, что они будут делать? Их мама родила. А видно, в понедельник их мама родила. Сегодня такое яркое солнце, очень трудно смотреть, оно так и слепит глаза. Поэтому, честно говоря, даже не знаю, как я снимаю, что мне получается. Так что извините. Фьюжн называется серия. Да? Это где-то 70-е годы. На 70-е, начало 80-х.
Посмотрите, какая красота, просто необычайная. В розовое стекло, ой, прелесть, хрусталь. Некоторые из этих брошей я видела уже в коллекции в интернете. Вы знаете, игрушки, они там с потерями, они вот первые 30. Со сколом, где чего. А вот эти броши уже с Алиэкспресс, узнаю. Берите. Водите всю коробку за 300 рублей возьмите. Вот видите, у Мишки ушка нету. Ну, кто реставрирует и собирает, им все равно. Вот вы какие, чародеи, изобретатели волшебной палочки. Какие вазы красивые, я просто засмотрелась. Но пойду все-таки искать свои украшения. Красота. Я пришла рано в выходной день, а народ все подходит и подходит. Его становится все больше. Очень много книжных развалов. Ну, тряпочку, салфеточку. Тряпочку, салфеточку. Что это хочешь? Алло. Здрасте. Так. Какая прелесть! Крючочки. По 200 рублей. Нет, а эти? 5500. А, 5500. Сейчас еще пойду, приходите, подойду. А вот этот номерчик? То же самое. Тоже 5? Да. Серебряные ручки и латунные основа. Это старая дипломная. Попробуй, как она. Перепробуй. Вот, попробуй там разные. Там как бы 800 стоит на них, как и 5000. А, и
чашки кузнецовские. Это же потрясающе. Какой интересный чайник, розовый. Вообще что-то таких не видел даже. Эта статуэтка из моего детства напоминает картину. А чья тарелочка? А? Чья тарелочка? Кузнецовская? Тоже. Ничего себе. Подвесная. Просто тарелочка, она подвесная. А вот эти зелененькие? Вот, видите, дырки. Подвесная тарелка. О, это вообще вот, раритет. Ну вот их по 12 тысяч продают. Я за 5500. Шесть за 5500. Хорошая тарелка. Да, в хорошем состоянии. Вот без комплекса. Тоже с дырками на Арбате. А вот это сколько? Эти по 2500. А есть это чьи? Буафе, тоже кузнецовские. Тоже русская буква, потому что, ну, в английском, там, в Европе нет такой буквы «ф» на каждой тарелке. А есть почему «ф»? Это фабрика, что ли? Не знаю. Вот видите, везде буква «ф». Это русская буква «ф». Ну, это да. Что, ну, знаете, это кириллица. Да. Вот они радуют. Вот все четыре штуки можно за 8000. Спасибо. Вот такие на Арбате были, вот точно такие же, только белые, не зеленые. И вот с такими дырками подвесными, и каждую продали по 12 тысяч. Я сам. Да. А вот это, да. А вот девушка. Спасибо. Ну, вот ну, еще 200 просто... возьмите, хороший, в отличном состоянии воротничок, не пользованный. Старина. Да. И вот этот кузнецовский тоже зелененький. Это 20-е годы. 20... Неужели это у нас сделали такое? Фабрика. Первый совет. А, поэтому... А я думаю, прям так похоже на старину. Это и есть кузнецовский. Ну, понятно. Власть сменилась, фабрика-то работала. Деколи эти были и до революции, и после революции. Деколи, да, да. Еще да, 30 лет да, использовались да, после революции. Все старые. Да. Это вот эти чашки и молочник 20-е годы. Это 30-е годы уже. Начало 30-х. Спасибо вам огромное. Конечно. Ну это... Здесь репринтные книги. А репринтные это что там? Это копии из революционных книг. Здесь всегда очень интересно. Не хочется даже уходить отсюда, потому что каждую минуту можешь найти что-то безумно интересное. Но скоро мы встретимся во второй части. Вы увидите все-таки, что я приобрела на этом рынке. И я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие. Берегите себя. И всех-всех вам благ. До встречи.